Собаки подтверждают. Пошли! Он идет! Друг на друга, да? Не, не, вообще. А эти вдвоем. Отворачивается. По мощине, да, у него? Да. Нет, к морозам еще пока не привыкли, даже выходя из аэропорта, собака буквально прошла сколько, ну метров 30, да, и... уже начинает поджимать лапы, и в конце вообще пришлось там до машины нести собаку на руках. А завтра как планировали собаки будут стоять? Вот так вот, да? Собаки вот так вот будут стоять, подписание действует, да? We took the samples from the original dog. And we try to somatic cell nuclear transfer process, and finally we are trying to transfer embryo, cloned embryos to the surrogate mother's womb. Это уникальное событие для всей России, потому что это такие собаки, клонированные собаки, они впервые переступают границу Российской Федерации, и они вот оказались у нас. И первые у нас в Якутии. Это, конечно, радует, и для нас это гордость такая определенная. Да? И уже, в принципе, запросы уже Центрального Совета уже звонили, обращаются, они говорят, да, почему бы этот проект не распространить на всю Россию? Но я думаю, мы с профессором Хваном будем этот вопрос дальше прорабатывать, да, и я думаю... Совместно будем обеспечить Россию этими прекрасными собаками.